Для того, чтобы приготовить сливки, нам понадобится 100 граммов масла и 180 граммов молока. И сейчас мы масло расплавим. Молоко я тоже подогреваю. Ну вот, масло практически расплавилось. Вот у меня две кастрюльки с молоком и с маслом. Одну ложечку масла выливаю в молоко. А теперь все молоко выливаю в масло. Теперь я его подогрею. Практически до кипения, но не кипятить, чтобы так хорошо парило. Вот так молоко подогрело. А теперь вот молоко и масло мы взобьем блендером, чтобы стала однородная текстура. Взбивать будем недолго. Ну вот смотрите, все готово. У нас получилось просто жирное молоко. Я вылила в баночку. Сейчас оно охладится на столе до комнатной температуры. Потом закрываю крышкой и отправляю в холодильник на 5-6 часов. А дальше просто взобью и будут у нас сливки. Ну вот, сливки хорошо охладились. Теперь я беру их и переливаю в стакан. И венчиком будем взбивать до густоты. Кстати, можно добавить сахара. Я добавлю 2 столовые ложки. Я просто эти сливки буду использовать для мороженого. Сливки я взбила до густоты сметаны. Взбивала 6 минут. Вот смотрите. Вот такая красота. И теперь можно добавлять мороженое. Я готовлю мороженое из сметаны, сгущенки и вот сливок. Так что их легко можно использовать, и естественно, как вы уже понимаете, что здесь жирность свыше 30%, масло 82,5% жирности. Так что можно в магазине не покупать.